Значит так, здравствуйте, друзья. Здрасте, всем шалом, всем здрасте. Настало время записать очередной гайд. Ну как, не очередной, так как у нас произошло конструкторское бюро успешно и выкатили нам Lesta Slaves очередной танк. И на сей раз это Су-122V. Многие бродяги говорили, что танк будет крутой. Кто-то говорил даже, что будет имба. Вот, и я так не говорил, и оказался, сука, прав. А теперь, а почему я оказался прав, сейчас мы и разберемся. Значит, так, давайте о чем? О плюсах. О плюсах. Ну, в первую очередь, у него достаточно точная пушка, что крайне радует. И для кустодротства, для стрельбы по лючкам в самый раз подходит. В самый раз подходит. У него неплохой барабан, да? 2 секунды между выстрелами. 4 снаряда. На 4 снаряда. Надо понимать. Это надо понимать. Но есть и минус, он как бы долго заряжается. 40 секунд. Это что правильно? Это вам не это. То есть надо учитывать некоторые варианты. Во-первых, мы в самом начале катки куда-то сильно быстро не ворвемся, да, чтобы на тайминге поймать, потому что 40 секунд это уже слишком дохера. Это минус. Это минус. Но по сравнению, например, с тем же СТРВ, да, с которым стоит сравнивать, они крайне похожи. У нас есть ПТ режим, в котором 2 секунды. Это надо подождать, да, потерпеть. Но справедливости ради, на нем, если что, можно пялить и без ПТ режима. У него нету ВН без ПТ режима, и похуже сводится пушка. Но если подобраться кому-то поближе и разорвать его, да, то вполне реально. Бывали такие ситуации, когда я заезжал и без ПТ режима раздавал. Довольно-таки неплохо. Что касается плюсов, ну ладно, еще подвижность у нас довольно-таки неплохая. Да, 50 км едет с турбиной, с боновой. И у него жирная уделка, он быстро набирает эти километры и, в принципе, едет. Едет достаточно по-человечески. Что касается недостатков, то все остальное это недостатки. Во-первых, у него, да, там бешеный наклон, и, казалось бы, это все рикошетит, это все танкует. Тем более, что под наклоном у нас где-то здесь 80 миллиметров аж, да. Я хочу вот это вот чекнуть. Понял. Просто на изи, вы видели? Он даже не выцелил, просто в щеку дал и все. Ему насрать на угол, абсолютно насрать. Вот это тоже кумулями шьет. Ну вот вам и как бы танк, да? Да, ну ему просто... О, вот он... Ну о чем здесь можно говорить? Правильно, ни о чем. Сейчас еще арта должна зарядиться как раз. Во, во. На деле ни хера он не танкует. Опять же, по сравнению с СТРВ, все, что он танкует, это под калибром. А вот вот в эти вот плоскости. Все кумули, по крайней мере, меня пробивали кумулями от 317 пробития и выше, на изи. На изи просовывается вот это и вот этот ЧК. Есть еще одна неприятная особенность, он в маску пялится обычными ББХами. 250-260 пробития. Это надо понимать, поэтому учитывайте это. Учитывайте это. Ну и НЛДшка, конечно, пялится всеми, и, ну, и неплохо. Бортоватные, все ватное. В морду пробивает, очень частенько подгорает. Очень частенько он загорается. Это к чему я веду? Это к чему я веду. Если условно, да, там у него неплохая динамика в ПТ режиме, у него УВН и все такое, и вы вдруг захотите поиграть от рубки, знаете, что вероятность танкануть 50 на 50 примерно. 50 на 50. На деле это делает танк сложным для игры в первой и второй линии. И намекает нам на то, что все-таки на этом дерьме надо сидеть в кустике. Тем более, что и маскировка у него более чем сумасшедшая. Более чем, что после выстрела, да, что... Ой, что так просто стоишь, ну это полная херь. Полная херь. И того, я бы сказал, что это чисто кустовая ПТ, которая херова гора в игре, что разочаровывает. Что касается оборудки. Я поставил закалку, турбину и вентилятор. У него плохой обзор, если вы сидите в кустах, имеет смысл поставить оптику. Не стоит ставить рога, просто потому что иногда на нем можно выйти из куста и кое-где зарамсить. Либо где-то активно подсветить, да, потому что у него есть маскировка, и он нормально едет. Поэтому, знаете, можно заменить закалку на оптику. Также, в принципе, можно и снять турбину, потому что у него и своя уделка неплохая, но максималочка будет так себе.
Максималочка будет так себе. Половая модернизация не прокачана, но если углубиться, да, углубиться в эти дела, надо апать сведения. Далее. Ну, тут как бы смотрите сами. Если вы заберете обзор, его станет еще меньше. Еще меньше, он и так нищий, поэтому тут на ваше усмотрение, ребятки. Здесь у нас апается время заряжания. Ну, в принципе, да. Да, в принципе, это имеет значение. Минус 3% от 40 секунд, может быть. Так, и что здесь еще? К запасу прочности. Неплохонько. Но мобильность у нас, да, скорость назад какая? 24 задний ход. Вот это нажимаем. Вот это вот нажимаем. Какие еще варианты могут быть сборки? Честно говоря, их просто уже никаких не может быть. Конечно, если вы... Нет, да, даже не думайте. Даже не думайте. А, кстати, знаете что? Из эксперименталки вот это имеет смысл поставить. Вместо закалки вы не будете гореть с первой тычки в морду. И одновременно будете танковать. Вот на этом, наверное, и доклад стоит закончить. Мы посмотрим с вами одну каточку веселенькую, где мы, конечно, не кустодротили, произошел беспредел, причем сильных масштабов. Но знайте, что это будет не только всегда. И катка не говорит о том, какой это танк. Все, что может... Как бы... Танк дерьмо. Давайте мы просто поставим на вопросиках, на вот этих вот, стоит ли его брать или нет, он все еще продается. Танк дерьмо, его брать не стоит. Но только если вы не кустодрот. Если кустодрот, ладно. Ладно, бог вам судья, как говорится. Вот, так что смотрим каточку на данном агрегате. Я срочно еду вот сюда и становлюсь от рубки. Вот сюда вот. Там конь должен быть. По идее, а может и не будет. В высокой траве посидим, что тут такого? Все, я понял. А нихера ты на этих, на подколах, Лёшка? Подколы мы танчим. Вот мне нравится, что у него тычки летят по-человечески. Это вот, наверное, единственное, что мне в нем нравится. Все остальное чисто плохо. А здесь я планирую гачевка. Сейчас я заряжусь только. Блять, конь приехал, какой-то ебанец. Найс. Здравствуйте. Здравствуйте. Тихо-тихо-тихо-тихо. Фугас, ни хера стоишь. Вот-вот. Ну разворачивайся, ты чучело, ё-моё. Найс. Найс, это было потно. Это было плотно. Да, все перекатили, никто ему не напихал. Бля. Бля, ну и сказать, что это было смешно, это не сказать ничего. Его не убили до сих пор. Это, думаю, не мое дело. Мне надо вот так вот делать. Ехать быстро за щеки к ним, проникать. Быстренько проникаем за щеки. Да, тем более там Яшка ждет уже, не дождется. Свежая плоть. Садим на кукан свежую плоть. Смотреть онлайн. До свидания.
Сидули. Сидули, сейчас заряжусь и увидимся снова. На этом же месте в то же время. Хорошо. Слушайте, раздача такая добренькая. Там на дальнике будет бабаха и какой-нибудь еще черт. Очень важно не отлететь с первой же выкатки. Ой, красота! Просто красота! Я думаю, что там никакая бабаха не засела. Ну и плохо, что я его не добрал, конечно. Это да. Это да. Ну и, кстати, у нас есть арта. Который не участвует. Самое смешное, что меня чекают. А кто? И по всему сотка. Няшка, видимо, упал. Что здесь можно еще придумать? Можно поехать назад? Отсюда выезжать, пожалуй, слишком очевидно. Он все это время стоял, чекал. Найс. Блять, еще альфа не пришла. Ну хер бы с ним. Невероятно. Просто невероятно. Хер бы с ним, да? Ублюдок меня просунул. Бог ему. Точнее, не просунул. Этот просунул, да? Лешка не пробил ББХой. То охеренно странно, потому что... Может, в скос куда-то? Во, наверное, в скос попал. Вот это еретик. Во. Во. Начекнуть вот здесь вот местонахождение Якина. Офигеть, 8600. Жестко. Жестко. По сути, я даю барабан еще, да? И это будет 10 тысяч. Что-то на пизда нет. Ну, бей, я выйду на бабах. Блять. Я забыл, что я в режиме. Арточка наша колдится там. Блять! Украли 500 даги. На. Видимо, на стрельчика не будет, потому что шел правильно. Потому что я дал тычку в небеса. Ну ладно, этого все равно дожмыхали. Так что ладно, 9000 тоже урон. Ну и суммарка даже 10000. Здравствуйте. Здравствуйте.
Пойдет, пойдет. Каточка, будь здоров. Но мне во многом, наверное, повезло, да. Я слишком агрессивно играл. Но было весело. Особенно в этом бою. Декаль первого уровня получен. Здравствуйте. Ну и хорошо. Итого у нас 8 боев, 4500. После такой-то катки. Так, читаем комментарии. Что касается итогов. Кустовая ПТ. Если смотреть на нее как на кустовую ПТ, она неплохая. Если сравнить с СТРВ, СТРВ на голову лучше. Если она у вас есть, значит это дерьмо вам не надо. Если у вас нету ни СТРВ, ни вот этого, значит не берите. Значит вы нормальный человек, который, скорее всего, не сидит в кустах. На этом и все. Так что пока-пока.